делаешь? Мы все ужасно разные. Зеленые и белые. И желтые, и красные. Кто носит юбку в клеточку, кто маечку в горошек. Но главное, всем хочется найти друзей хороших. Надела лето, лето, лето радугу, как ленточку. И ходит зебра в клеточку. Яркие дни. Еще, еще, еще. Та-да! Да, клеточка, это что-то новенькое. Идея! А давайте устроим день новых увлечений. Увлекательный день. Пип-пип-пип. Ой-ой, как высоко. Поняла. Гоша, а ты уже выбрал себе увлечение? Я пока ничего не придумал, Поля. Так и останусь без увлечения. Бедненький, без увлечения никак нельзя. Так. Пип-пип. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. О, вот это находка! Тромбон! О! Это знак, Гоша! Тебе надо научиться играть на тромбоне. Пожалуйста. Благодарю. Эх, Поля, не получается. А ты попробуй еще. Ой! Чуть-чуть порепетировать, и будет волшебно. А? Гоша? Нет. Знаешь, Гоша? Знаю, Поля! У меня стало получаться! Ты просто гений! Да? Спасибо. Всегда рада помочь. Кажется, тихо. Поля, а эта мелодия для тебя. Опять? Гоша, у тебя стало отлично получаться. Но пора искать новое увлечение. Новые увлечения – это здорово, но я полюбил тромбон. Гоша, как же здорово ты играешь на тромбоне! Я тоже хочу научиться! Пиу-пиу. О, тут еще что-то есть! О! Еще один тромбон! Два тромбона! Я этого не вынесу. О, нашел! Какое-то древнее письмо. Вам присуждается Нобелевская премия. О, вот где оно! Благодарю. Больше тут ничего нет. Водила! А где же мой тромбон? Наверное, пропал. Ну, раз его нет.
Может, в шашки поиграем? Приготовим профитроли? Займемся балетом, наконец? Поля, ну какой балет без тромбона? Поможешь мне его найти? Ну, конечно, Гоша. Пи-пи-пи-пип. А теперь нашел, кажется. Мой тромбон! Как он тут оказался? Это я его спрятала. О, дела! Ты так много и так громко играл на тромбоне, что я не спала всю ночь. Но тебе так нравилась твоя музыка, а я не знала, как сказать. Поля, Гоша, надо, чтобы всем было хорошо. И тому, кто хочет поиграть, и тому, кто хочет побыть в тишине. Составим расписание. Ночью тромбон, утром сон. Ой! Наоборот, Поля, больше я тебе никогда не помешаю. Честное крокодилье. Спасибо, Гоша. О, еще нашел. Ой! Барабанчик! Родион, а можно его туда, обратно спрятать? Зебра в клеточку! Яркие дни! Если встретил осьминога, обниматься нужно много! Паша! Отличная идея! Устроим обнимательный день! Здорово! Кому обнимашки? Обнимательный день! Ура! Паша, ты чего это? Яна, сегодня день такой обнимательный! Черепаха? Не ожидал. Родион! Лови обнимашки! Ну, как? Объятие очень мило, наверное. Надо просто больше обниматься. Тогда точно понравится. Сегодня же обнимательный день. Да? Но у меня еще столько дел. Ай, обнимашки делу не помеха. Вот. Ой! Кажется, обниматься мне сегодня не хочется. А может, я не так обнимаюсь? Тогда я побежал тренироваться обниматься. Паша, ты не так понял. Дело не в тебе. Дело во мне. Ой!
Готов! Брат-близнец злодея черепахи. Родион! Теперь у нас точно все получится! Опять! Хотите арбузика? Ого, Паша, ты придумал новый способ загорать? Нет, Клеточка, я всего лишь хотел обнять Родиона и промахнулся. Паша, если честно, я сегодня совсем не хотел обниматься. А так бывает? Да, Паша, по-разному бывает. Кому-то хочется обниматься, а кому-то нет. Я понял, Родион! Больше никаких обнимашек! Хорошо, а я пока тебя вытащу. Стоп! Мы же договорились, Родион! Никаких обнимашек! Я останусь тут навсегда. Паша, иногда обняться необходимо, а иногда просто приятно. Ура! Да здравствует обнимательный день! Как обнять? Каждый знает. Руки разожми, друга обними, улыбнись. С другом обнимись, просто обнимись. Если друг обнять не хочет, ты его пойми, ты его прими. Друга ты прими, в сторонку отойди, в сторонку отойди. Обнять, дай-ка обниму, обнять, ой, ла-ла-ла-ла-лу. Обнять, друга обниму, обнять, ой, ла-ла-ла-ла-лу. Обнять, дай-ка обниму, обнять. Яркие дни. О, музыкальный день! Отличная идея! Ля-ля-ля-ля-ля! Простите, простите, опоздала на репетицию! Гитара! Мой любимый инструмент! Как же это здорово! Здорово! Тут что-то не то, мне кажется. Яна, ты играешь не так, как надо. Вообще. Да? А мне так нравится. Но это же не музыкально. Неправильно. С другой стороны. Я научусь. А я тебе помогу. Я на днях такой гитарный концерт закатил. Музыкальный день. О, довольно музыкально. О, еще музыкальнее. Нашел. Вот. Идеальное место! А теперь играй! Опять не то! О, надо же найти правильную музыкальную паузу! Паша! Паша! О, точно! Яна! Ты же без концертного костюма! Ой! Очень музыкально. Правда? Тогда играю. О, у меня шикарная идея. Яна, как успехи? Ничего не получается. Паш,
Саша, а сыграй, пожалуйста, что вы учите. Ха, легко! Хм, странно. Во сне у меня лучше получалось. Значит, до этого ты только во сне играл? Не во сне, а во снах. Вот во вторник я играл с целым симфонией. Яна, давай я тебе помогу. Чтобы было красиво, надо... Поля, теперь еще и ты будешь помогать. Я сейчас! Яна, ты куда? Мы же хотим помочь. Здесь они меня точно не найдут. А где же Яна? Как она без нашей помощи, бедняжка? Яна! Яна, мы тебе сейчас поможем. Нет уж, спасибо. Я сама. Дальше водопад! Ну почему ты не хочешь, чтобы мы помогли? Да потому что вы мне уже так помогли, что я вот куда от этой помощи попала! А почему ты ничего не сказала? Не хотела обижать! Яна, мы не обижаемся и помогать больше не будем. Ну, если ты не хочешь. Ой, очень хочу! Спасите! Ого! Яна, никогда не видела, что вы с гитарой плавали! Тебе нужна помощь? Не знаю, Клеточка. То это помощь какая-то не помогающая, то без нее совсем никак. Яна, помощь разная бывает. От помощи можно отказаться, если она не нужна. И наоборот попросить, если помощь требуется. Знаешь, Клеточка, с гитарой мне все-таки помощь нужна. Друзья, я готова! Если помощь не нужна, и совет не совет, не терпи никогда, твердо говори нет. И тогда, и тогда, зазвучит гитара весело, сыграй барабан. Мы споем с тобою песенку, а поможет нам баран, нам баран. Зебра в клеточку! Яркие дни! Родион, спасибо! Ты сделал отличный велосипед! Я очень рад, что тебе нравится, Клеточка! Ура! Начинаем велодень! Так здорово! Вот бы кататься с утра и до самого вечера! До вечера, а вечером темно. Интересная мысль. Так, велосипед, к нему добавим... 128, 129. Эх, Поля, вот бы заняться чем-то поинтереснее. 216. Ой, да, Яна, только чем? Ой! Поля, Яна, привет! Клеточка, какой у тебя замечательный велосипед! Спасибо! Мне его Родион сделал! Я тоже хочу велосипед! Родион! Я с тобой! Родион! Родион, мы тоже хотим велосипеды! Чего? Велосипеды. Я вообще-то хотел... Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я могу, наверное.
Яна-то спит. Яна, из-за наших велосипедов Родион устал и не доделал свой. Ага. Поля, точно. Давай сделаем Родиону самый лучший велосипед. Порадуем друга. Поля, Яна, я не могу заниматься вашими велосипедами. Мне нужно доделать свой. Родион, мы уже доделали. Та-дам! Это не какой-то... Родион, попробуй скорее прокатиться. Я, как бы это сказать... Ой. Яна, Поля, велосипед собираете? Да, Клеточка, для Родиона. Тогда надо поторопиться, уже вечер. Яна, Поля, мне совсем не нужен велосипед. Как не нужен? Это же твой чертеж. Мой, только это велогенератор. Смотрите, велосипед будет крутиться и давать электричество, а от этого загорятся фонарики. И мы сможем кататься по джунглям даже вечером. Родион, получается, мы испортили твое изобретение? Прости нас, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Яна, Поля, ничего страшного. Я же не мог отказать друзьям. Родион, иногда, если что-то не хочется делать или что-то не нравится, смело говори нет. Давай попробуем. Родион, мне нужно починить велосипед. Давай, Родион. Поля, я не... Родион, смелее. Я не... Прости, Родион. Что-то я не расслышала. Оля, я не могу, я занят. Нет, не могу. Ура! Ура! Зебра клеточку! Яркие дни. Смотрите, что я нашел! Моя дуделочка! Ай, вот это звук! Здорово, Паша! А давайте устроим день дудения! Но это моя дуделка, Яна. Я сам хочу дудеть. А почему это твоя? У нас на острове все общее. Значит, и дуделка общая. А? Моя. Общая. Моя. Общая. Моя. Удудела дуделка. Ну вот, день дудения испортили. Ладно. Пойдем искать нашу... Мою дуделку! Моя дуделка! Долго, Паша! Надо скорее нашу дуделку спасать! Дуделка! О, нашли!
А долго еще стоять? Или нашу дуделку, Паша? Мою дуделку, Яна. Нашу. Мою. Нашу. Мою. Нашу. Мою. Мою. Нашу. Мою. Нашу. Мою. Что это? Это как это? Ой, ой, мокро. Мы тут, Додо там, а моя дуделка... А наша дуделка... Опять убежала. Придется ждать, когда вода уйдет. И сколько еще сидеть? Скукотища. Яна, а дашь потрубить? На-на, я сама хочу на ней трубить. Она моя. Паша, прости. Ты ведь утром тоже хотел на дуделке поиграть. Ничего, Яна. Я пока на трещалке потрещу. Паша, держи. Делиться бывает очень приятно. Вот это звук! Наконец-то мы вас нашли! Нам ваша музыка помогла! Ура! И раз мы теперь все вместе, давайте продолжим день дудения! Ура! Что-то есть у меня! Что же это такое? Шуршалка! Замечательно шуршит! Веселит и тормошит! Что-то есть у меня! Что же это такое? Что-то есть у меня. Что же это такое? Гремелка! Очень музыкальный шум. Дуб-дуб-дуб-бум-бум-бум. Хорошо веселую шумелку иметь, дети прыгать вместе с нею. Только будем хором все шуршать и звенеть, веселее и дружнее. Висю-диси, не ленись, песни с другом поделись. И тогда наполнит все вокруг самый лучший в мире звук. Зебра в клеточку! Яркие дни! О-хо-хо! А вот и гости! Милости просим! Ой, скучно. Идея! Устроим день гостей! О-хо-хо! Паша, пойдем ко мне в гости. Легко, клеточка. А я тогда к себе. А я? Я тоже хочу в гости. Поля! Неправильные гости. Как же хорошо. Тихо, уютно. Та-дам! Поля! Как удачно я в гости к тебе зашла! В гости? Что ж, добро пожаловать в мое тайное место. Чувствуй себя как дома, Яна. Тут можно поесть. Угощайся. Тут музыку послушать. А здесь попрыгать? Нет, Яна, здесь можно и мечтать. Закрываешь глаза и мечтаешь.
хорошо тут, но скучно. Я сейчас. Ой, Юна, а зачем тебе все эти вещи? Ты ж сама сказала, быть как дома. Вот, теперь как дома. С Клеточкой царское чаепитие, с Гошей царское купание, а с Родионом царское... шахматы! А у Поли скучно! В гостях не может быть скучно, Яна! Не веришь? Идем покажу! Поля! Поля! Тут лежим... Тут музыку слушаем. Тут скучнее всего. Нужно мечтать. Ого, Поля, у тебя в гостях так весело. Паша, Яна, Вы какие-то неправильные гости. Уходите, пожалуйста. Ну вот, теперь Поля нас выгнала. Яна, это же хорошо. Мы теперь сможем пригласить ее в гости к нам. Точно! Сделаем свое тайное место и покажем Поле, как веселиться. Идем, идем, идем! Добро пожаловать в наше тайное место! Повеселимся! Чай будем пить. Ну, наконец-то, Клеточка. Чай. Вот это настоящие гости. Ух ты, чай! Спасибо, Клеточка. Отлично повеселились. И чего раньше ссорились? Потому что вы неправильные гости. А мне кажется, это ты веселиться в гостях не умеешь. Не бывает неправильных гостей. Просто у всех свои правила. И если пришел в гости, надо их соблюдать. Прости меня, Поля. Давай я завтра к тебе приду и помечтаем. Яна, а потом я к тебе и поиграю. Мы, когда в гостях скучаем, заменяем скуку чаем.